в десятки раз больше, чем 5 лет назад. В регионе наращивают темпы производства животноводческой продукции. По состоянию на 1 октября сельхозпредприятия Курской области уже произвели почти 280 тысяч тонн мяса. Это, кстати, превышает прошлогодние показатели аналогичного периода на 80 тысяч тонн. В планах этого года 350 тысяч тонн мяса. Его хватит для обеспечения курян, а также реализации в соседние регионы – Москву и Ленинградскую область. По производству свинины, кстати, на нее приходится около 60% от общего объема, Курская область занимает 2-е место в ЦФО. Также мы на 4-м месте в молочном рейтинге. Задача на год – порядка 370 тысяч тонн молока. Поэтому Курской области сегодня боятся то, что мы там не накормим горожан. Значит, вот не надо бояться. У нас сегодня есть все свое. Зерно есть, сахарные заводы работают. В этом году произведем не менее 400 тысяч тонн. Мяса есть, поэтому курянам бояться нечего. Вот эти вот санкции, которые, они для кого-то, может быть, страшны. Для Курской области они нам совершенно не страшны. Животноводство в Курской области – отрасль перспективная и динамично развивающаяся. В настоящее время на территории региона работают 82 производственные площадки. Из них 70 мясных и 12 молочных. Также продолжается реконструкция старых и строительство новых комплексов.